я на Украине не жил, вот, вот Украину лично не знаю, что там, как на Украине. Украинцы это, вот, у нас, знаете, вот, есть такие люди, про украинцев говорят, да, и хают этих украинцев, да, мол, о, они такие, 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 всякие, всякие. Они, говорит, и войну, Великую Отечественную войну, они, говорит, говорит, предателями там что-то были, не чуть ли не что. А кого какое дело волнует? Чем государство живет? Вот, например, не суйтесь, вот у нас, знаете, вот кто самый противный, да? Вот кто говорит вот про Украину, да, мол, они фашисты, гады, вот кто говорит, вот тот говорит, который, вот тот гад, вот тот гад, натуральный гад, на. Вот мне вот, знаете, что вот даже смешно стало, вот, вот это, а, кто-то там насчет газа, вот, вот насчет газа вот даже, да, насчет газа, а, там, мол, Украина газ воровала, Украина газ ворует, Украина она, так я, а тот там с Украины один какой-то представитель сказал, это не мы воры, а это Россия воры, они у природы украли этот газ, а потом этим газом наживаются, уже нажились, капитально нажились, и что из этого получилось? А из этого получилось, вот из этого воровства, что у природы забрали. Ага, вот, война получилась. Вот, кто? А кто у нас вор? Конечно, Россия своровала газ это. И нажилась, на чем? И что сделали? Вот, вот, теперь вот, какие результаты тебя. Вот когда Путин встречался с Тимошенко, они встретились, как-то встретились. И вот, ну, они насчет газа что-то там... И вот мне вот этот, когда они встретили, и мне вот так сразу подумалось в мысли, да, тут-то, тут-то грязные, грязная система, на, вот две, вот это, Путин и Тимошенко, они встретились, и вот это, и вот, они грязные дела, короче, сделали. Вот эти грязные дела как раз вот сейчас всплывают, да, вот так. Так что у нас в этом мире, да, в этом мире никуда ничто не закопается, да, никто его... Все рассекречивается, все найдут, все со временем, все появится. Да. И что это вот как делается, все это нарушается и так далее, система, кто гадит природу и так далее. Всем все, как говорится, суд накажет всем. Ну, мне кажется, вот, вот если Бараку Обаму взять, Бараку Обаму, вот, это потому что там цивилизация, она давно, вот, вот эта цивилизация, она у нас еще... Ой, это